Мещерская кладовочка – сеть магазинов овощей и ягод из Рязанской области. То есть свое. Родное. Торговые точки у Круиза и Премьер уже давно известны горожанам. Их можно увидеть издалека. Ни за что не ошибетесь. Упор в дизайне сделан на деревенские дома прошлого века. А главное отличие от остальных – соломенная крыша. Мещерская кладовочка начинает свою работу, когда созревает краснодарская клубника. Ягоды напрямую поступают в Рязань из фермерских хозяйств Краснодарского края. Кстати, клубника из Краснодара растет невероятно сладкой, сочной и ароматной. Собирают ее вручную, непосредственно перед отправкой, чтобы не повредить нежные ягоды и в полной мере сохранить яркий вкус. Ягоду эту, кстати, в Рязань доставляют ежедневно в рефрижераторах. Наша компания несколько лет занимается поставками в Рязань свежих ягод и овощей. Упор мы делаем на закупку именно у фермеров, напрямую у производителей. Работаем только с отечественными производителями. Все наши поставщики – это в основном мелкие фермеры, которые делают ставку на качество. Сейчас мы работаем с краснодарской клубникой. Это такой всероссийский бренд, можно сказать. Клубника – это всегда свежая, ничем не обработанная. Будет также другие добавляться – ягоды, фрукты, овощи по мере созревания. Помимо краснодарской клубники, в Мещерской кладовочке есть в продаже овощи и фрукты от российских фермеров. Подмосковная спаржа, огурцы и зелень, узбекистанские и азербайджанские фрукты и овощи, которые уже заслужили доверие у покупателей. Компания «Мещерская кладовочка» на Рязанском рынке уже несколько лет. Продает овощи и фрукты не только в розницу, но и оптом. Последние 3 года на прилавках «Мещерской кладовочки» супер полезный продукт. Свежая спаржа из Коломенского района. Весной на городских улицах всегда много торговцев овощами и фруктами. Но объяснить происхождение товара и гарантировать его качество может далеко не каждый. В «Мещерской кладовочке» есть все сертификаты соответствия и качества. Купила клубнику и спаржу. Очень часто посещаю Мещерскую кладовочку. Здесь продаются разнообразные фрукты и овощи, а также продаются грибы и ягоды. И постоянно сюда хожу, и для ребенка очень это все покупаю. Я уже не первый год здесь у них покупаю. Всегда продукты очень вкусные, очень свежие. А вот такие вот помидорчики желтенькие, я прям килограмм взяла, не могу оторваться. Очень вкусные помидоры. А огурцы какие необыкновенные у них. И цены, самое главное, цены. Вообще была очень удивлена. Перец очень вкусный, перец хороший. Кроме всего прочего, мне очень нравится у них вот этот стилизованный лавочек. Приходишь сюда, очень приятно покупать, красиво, ну просто красиво. Ассортимент Мещерской кладовочки постоянно расширяется сезонными товарами. На прилавке по мере созревания появляется черника, малина, смородина, вишня и, конечно, грибы. Когда мы стали открывать розничные точки, мы решили чем-то привлечь покупателя. Опять же, подсмотрели идеи на стендах, на выставках в Москве. Но нас зацепило оформление в нашем народном стиле. Сами мы тоже из сельской местности, поэтому что-то свое еще лежало в доме, что-то подарили соседи, узнав о нашей идее. Сейчас наш стиль такой достаточно узнаваемый, наши торговые точки вот узнаваемые. Многие малыши очень хорошо реагируют, многие даже не видели некоторых предметов, и для детей это получается как мини-музей. Свежие, натуральные и вкусные овощи рязанцы и гости города могут приобрести ежедневно с 9 утра и до 8 часов вечера. Торговые палатки ждут вас сбоку у торгового центра «Круиз» и у центрального входа торгового центра «Премьер». Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».